Поехали. Как у вас называется ваш проект? Наш проект называется «Зеленый свет». Да я чё? Как называется ваш проект? О чём? Наш проект называется, да, «Зеленый свет». «Зеленый свет», ребят, запомни. «Зеленый»? Запомнил. Я нормально, у меня так смотрит, что у меня хочет. Наш проект называется «Зеленый свет». Перспектива его состоит в том, что это автошкола на базе президентской академии. Коллектив вполне сплоченный, командир в нем это дисциплина. Вам нравится ваша команда? Да, наверное. Вы развиваете свой проект дальше? Да, наверное. Но все серьезно, вы серьезно будете заниматься этим проектом? Да, у нас серьезный проект. Проект у нас называется «Взгляд в будущее». Будет нашего проекта повысить качество образования. Сергей, можете рассказать о своем проекте? Создали АКВД, академический клуб выходного дня, чтобы помочь студентам повысить качество их образования за счет дополнительного выходного дня в неделю, в который мы будем посещать разные интересные семинары по предметам изучаемым. И как вам ваша команда? Вам нравится? Очень интересные, веселые ребята. Много отвечают, помогают создавать проект. Вот сейчас они там планируют его, сидят 101-м. Наш проект называется «Бизнес-школа». Да, наши перспективы очень велики. В плане государственного масштаба, я бы сказал. Более того, что мы находим великим этот самый проект. Я люблю себя, я скажу, что я был лучшим. Лучше. Просто с ним стоять буду. Видно, на видео-то было. Есть окей, есть идти. Понять, простить, я не специальный, я просто хотел любить себя. Я уверен в нашей победе, так как такие люди, как я и многие другие в нашей команде, по-настоящему великие люди, и мы победим. Так прискорбно прям. We are the champions. We are you. Who are you champions? Анна, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Наш проект называется «Run Hicks детям». Мы планируем помогать им, ну, не только материальной помощью, игрушками или одеждой, но также преподносить им образовательную программу в игровой форме. Вы собираетесь улучшать свой проект в дальнейшем? Расширять наш проект, и чтобы он работал не только в рамках академии. У вас нету ни... Хотите сама сказать? Интеллектуальные игры, мы будем учить. Могу и за другую группу сказать, мне не сложно, я такой... Нет, ты запрещен. Рулетку. Тоже запрещено. Русская рулетка. Казино. Ну да, русская рулетка. Покер. Это подпольный вообще клуб. Покер игрока. Ничего страшного. А потом мусора, короче, нас повяжут, придут и все. Ну, так, что надо говорить? Там мотор крикнет. Мотор. Здравствуйте, Иван. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Честно, я сидел, играл в iPad. Ну, тут ахах, неудобно сидеть. Ты сядь вот так удобно всем. Майерс, а вы тоже садись. А если у вас будут спонсоры, какие ваши перспективы? Наверное, вы не поняли. Я говорю, у нас спонсоров-то нет. А если будут? Будут, кто знает. Как вам ваша команда? Еще раз. Блин, как вам группа, блин? Ребят, все-таки все лучшие.